What's up, people? Вот мы и добрались до парка Universal. С билетами сейчас идем на вход. Народа просто как тьма. Парковка 20 баксов. Билеты. В один парк на один день 110 баксов на одного человека. Так, куда нам? Вот мы и добрались, друзья. Заходим. Пойдем сегодня в парк, который называется Universal Studios. Вот. Да. Все на кино, на комиксах завязаны разные магазины. Даже парковки называются под имена различных супергероев. Мы остановились на парковке ИТ, этого инопланетянина, который на велосипеде летал. Есть парковки Спайдермена, Кинг-Конга, Челюсти, Джурасик Парк. Почему? Вот так, чтобы не потеряться. Что ж, понеслась! Ребята, голос уже подсел просто. Вот эта горка. Вот это первый. Вот этот первый спуск просто меня настолько душа в пятки ушла. Ну круто. Всего это заняло где-то секунд 30, но было просто бомба. Мне понравилось. Я бы еще прокатился несколько раз. Жаль, что, конечно, так быстро. А ждали мы минут 40. Ну, обалдеть. Фух. Прокричались, просмеялись. Идем дальше. Погнали, посмотрим, что здесь есть. Как тебе после горки? После горки? Или на горке? На горке круто. После горки как-то так. Философский камень. Чем философский? Ну, потому что с Гарри Поттером. Ладно, шучу. Мы же в трансформерах. Relinquish what remains of the old spike, or suffer the wrath of Megatron. The Autobots cannot protect you. They were defeated on our world. And we will defeat them here. Сейчас подходим на аттракцион. Очередь, конечно, пипец. Здесь тоже 45 минут ждем. Проходим по этим бункерам. И скоро будем ехать. Здесь 3D. Горка, то есть будет вонять, будут визуальные эффекты. Будет трясти. Погнали. Ну что, прикольно прокатнулись, воняло, брызгало, 3D-эффект, очень классно. Нас как будто бы спасал этот агент, да, этот робот, и он нас возил через разные штуки, вообще прикольно. А зацените, что здесь. Можно тупо с трансформером запутаться. Юля, как добирать белка бодибилдерам? Чем? Ну, можно устроить себе вкусный перекус, например, вот кузнечики или вот такие вот червячки. Вот. Кстати, разный вкус.
Да, это у нас сметана и лучок, бекон с сыром, кузнечик со вкусом бекона с сыром. Пожалуй, пойду поем я риса. Она вообще не захватывает. Я пробую еще раз. Не надо, она не захватывает. Нет смысла. Он вот так ее взял? Да. Нет смысла. А вот здесь начинается уже маленький Лондон. Приближаемся к Гарри Поттеру. London is the capital of Great Britain. How do you do? Все вспомнили свои школьные знания английского, как учили билет. London is the capital of Great Britain. The sun shines brightly. Что-то там. Я не помню. Мне, кстати, на экзамене в 9 классе попался именно этот билет. Я его просто рассказал от зубов. Я его очень хорошо знал, мне поставили 12 баллов. Хо-хо. Да, кстати, кто не знал, Дэнни Монтана раньше был отличником в школе. И не во всех классах, конечно, в 11-м съехал на хорошистов. Увлажнитель воздуха стоит здесь, на каждом углу. По всему периметру парка такие стоят увлажнители воздуха. Подошел, увлажнился, потому что в воздухе невероятная жара, жарко, все потные, душно здесь и приятно, знаете, что как вентилятор такой еще побрызгал на тебя. Классно, освежает. Все для людей, друзья, все для людей, до мелочей, все продумано здесь, что мне нравится. В Америке, не только в этом парке, в Америке все продумано для людей. Столовая в Хогвартсе. Гарри Поттер. Магазин волшебных палочек Гарри Поттера. Прям как в фильме. Помните? Вот такие. А вот начинается Земля Симпсонов, аттракционы, связанные с мультфильмом Симпсон. Ой, это ржачно. Посмотрим, что здесь есть, покатаемся. Мы уже, конечно, подустали, уже 7 часов 20 минут. Парк закрывается в 9. Мы уже были практически везде, где можно было быть, покатались. Самый жесткий аттракцион был самый первый. Это горка, та большая, которой круг вы видите вдалеке. Это была самая жесть. Все остальное это эффекты. То есть ты садишься такой как в тележку, надеваешь 3D очки, и тебя трясет, на тебя брызгает, и ты все-таки где-то ездишь. Но как бы не настолько круто и реалистично, как там. В 3D эффекте, ну тоже как бы прикольно. Самое жесткое было. Погнали, Симпсон. Йоу. Мы сейчас на аттракционе Симпсонов. Я не знаю вообще, что нас ждет. Но посмотрим. Жаль, что здесь нельзя снимать. Что съемка запрещена во время. Но имеем, что имеем. Уже успел сделать упражнение. Видите, брусья здесь в очереди стоял, ждал. Сел, поджимался.
Чтобы время не пропадало. А, да. Воркаут! Всегда и везде. Назад в будущее. Крутая тачка. Надеюсь, она так и существует. Можно слетать в будущее. Но я не знаю, вы бы хотели увидеть свое будущее, например, каким будет мир через 50-100 лет? Напишите в комментах. Юляшка, ты как? Это после Симпсонов? Да, Симпсоны были такие противные немного. Я вообще не люблю все эти горки, которые... Ну, не горки, скажем, 3D-симуляторы, которые просто обманом зрения тебя там насилуют. Это то, что как я тебя сейчас чувствую. Да. Действительно, больше получаешь удовольствие на реальной горке, которая там со всеми переворотами, мертвой петлей. Больше кайфа. А когда именно на твое зрение это все рассчитано, когда тебя трясет немножко и создает иллюзию, что ты куда-то едешь, летишь, падаешь, перелетаешь, то это, конечно, не очень на голову. Не знаю, кому как, может, я слабак в этом плане. Напишите, как чувствуете себя вы на таких аттракционах. Может, я не один такой. Я люблю более реальные ощущения, а не иллюзии. Да? Что думаешь? Юля в ауте. Ну вот, в принципе, мы и обошли уже весь парк. Были, конечно, не на всех аттракционах и штуках, потому что побывали мы на самых, скажем, знаменитых, которые нам советовали друзья. Но парк уже закрывается через 50 минут, поэтому всего мы не успели охватить. Вы уже, честно сказать, задолбались, подустали. Слишком много движения. Долго ждать в очередях. Минут 45. Стоишь, ждешь, пока проехаться. И в основном полминуты заезд. Длится. Как-то так. Приехал бы я сюда еще раз, в этот парк точно нет. Есть еще другой парк, который называется Islands of Adventure. Вот туда, возможно, мы поедем в следующий раз. О, Аллея звезд. Чуваки, там Сильвестр Сталлоне, звезда. А вот и наша еда подоспела. Сначала заказали суши, потом будет бургер. Вот такая. Приятного аппетита. Итак, суши мы расправились, пришло время бургера. Вот он, мужской, жесткий, брутальный бургер. Посмотрите, как течет жир. Это картошка. Всем ПП, всем ЗОЖ. Так, друзья, вот и закончилась наша поездка в парк развлечений Орландо. Сегодня мы посетили один парк, который называется Universal. В следующий раз, если мы сюда приедем, уже пойдем в другой. Например, Islands of Adventure, то есть остров приключений. Говорят, что там еще больше аттракционов, тоже интересно. Но в следующий раз, я думаю, мы туда обязательно поедем. Спасибо вам за то, что смотрели наше видео. Пишите в комментариях, что вам интересно узнать в этом парке, потому что мы так сумбурно прошлись, возможно, не все сняли, не все рассказали, что вам интересно. Напишите, что вас интересует, и мы с радостью ответим на ваши вопросы. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами.